Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описание этих картин. Описание картины известного итальянского художника периода Возрождения Сандро Боттичелли. Написанная в 1495 году, она называется «Клевета». «Клевета» изначально была написана для друга Сандро, Антонио Сеньягвиди. Сюжет картины происходит из трактата Лукиана, именуемого «О клевете». В трактате описана картина древнегреческого художника Апеллеса. Ее сюжет прост и аллегоричен. Сидящему на троне царю Мидасу шепчут в его ослиные уши две фигуры. Аллегорические изображения невежества и подозрения. Клевета – красивая девушка с увлечением невинности, ее подстрекатель, зависть, волокут к царю обвиняемого. Возле клеветы ее спутницы – коварство и обман, поддерживающие и возвеличивающие ее. В отдалении художник изобразил фигуру раскаяния, одетой в траурные одежды старухи и обнаженной истины, смотрящей ввысь. Вот такое описание из Википедии к работе итальянского художника периода Возрождения Сандро Боттичелли. Она называется «Клевета» и написана в 1495 году. Пока-пока, до свидания, до новых встреч!